смокинг у меня висит. Он свое уже сделал свое. Вы знаете, я, честно говоря, теорема почетный зритель. Хоть что-то я могу хоть видеть на фестивале. Раньше я все ехал от одного начальника, к другому начальнику, к одному спонсору, к другому спонсору. А теперь, слава Богу, пришел мастер, который знает, как поставить это дело. Вы же видите, как фестиваль длится. Это совершенно потрясающе. Я думаю, что я благодарен другу, Алексею, учителю, за то, что он самый трудный на пассиации утечет, вдохнул новую жизнь в этот фестиваль. Он, конечно, другой совершенно. Он уже прошел. Глядя вдруг камерный фестиваль, а сейчас это масштабный фестиваль. И самое главное, что сейчас выросли дети и внуки тех зрителей, которые присутствовали при рождении нашего фестиваля. И это очень здорово, потому что молодежь ради нее почему-то живет, потому что они по сути так видятся, как будто стоят так же, как я, старенькие, и думают, боже мой, кажется, совсем недавно ходили на эту дистанцию. Время летит страшно. И у меня такая сердечная просьба для всех, особенно для молодых, старайтесь как можно быстрее и много делать по-другому. Как можно больше успеть оглянуться, как уже просто будет делать. Потому что наше послание, оно и живет в душе именно любовью человека. Вы запомните, как сказал, оставляю вам новую запись, наш Отец Небесный. Любите друг друга. Будет любовь, будет мир в семье, в доме, в нашем Отечестве или во всем мире. А сейчас я воспользуюсь случаем, что могу вручить приз почетного президента. Я совершенно свободен, могу выбирать любые, так сказать, фильмы, любые показы, любые конкурсы и прочее. Я хочу пригласить на сцену режиссера фильма «Земля Иосифа». Павла Медведева! Павел Медведев, за фильм «Земля Иосифа». Вы знаете, для нашего фестиваля это такая сложная судьба и очень грустная, что 2 года назад опоздал, так сказать, немцы сделали фильм «Продолжение войны», и уже все было закрыто. Я, значит, своего рода поставил этот фильм в конкурс. Даже в конце специально подказ, и Лургаза стала нашим спонсором, это было тоже чудесно. Вот. Сейчас я тоже вырежу, что «Земля Иосифа» тоже осталась как-то за бортом, слегка. У меня такая судьба. Такая судьба Иосифа Бродского. Я знал, что 3 года здесь снимаюсь в картинах, и сам понимал даже, какой это происходило. Интересно, что же там за полтора года. Знаете, я понял, что нету, так сказать, Иосиф, вот очень сложно сказать, в нашем городе, очень сложно устроить, и даже полутора комнаты. И это даже очень радует, с одной стороны, потому что такая сложная планета, потому что Творец, он над нами летает, и он с нами. Я хочу вручить, как я приз. Сзади, вот как раз вот будущее пришло. Почетного президента, а вот такой вот был я. Обновление. Почетный президент фестиваля Михаил Сергеевич Медведков, да, и прошу вас, Павел Медведев. Да, я представляю, спасибо, Михаил Сергеевич, за высокую оценку. Вы на самом деле настоящий президент.